Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции обнаружили закопанный в песок сверток из фольги. Экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотическим средством, производным спайса. Подозреваемого задержали. Полиции были известны номера и марка его автомобиля. При обыске в салоне машины обнаружили еще 7 свертков с запрещенным веществом. Экспертное исследование показало, что это спайсы массой около 13 граммов. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса, незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, лишение свободы на срок до 20 лет.